Если за полчаса проносим, ну там 20 полчаса, то еще одну сходим. Спасите! Эти трэш Я пока под этим деревом. 5-10 Мне на трэш. Мне нужна помощь. Так это танк меня слышит, ДК? Отец, потанчи пока трэш, я это протонусь в агримар. Талант это, ну, обучись там наставника. А то у меня это спеллы первого уровня.
Тогда опять не слышно. Ну, вроде пока что. Всем порту там. Каску кто-нибудь дайте там. Дай мне просто чай пить. Так, ну давайте попробуем убить этого босса. О, что, дискорд? А, нет. Так, Жозефина. Кризи на боссе. Второй ДК, вторая копия. Виталикун. Третья копия, блять. Короче, вторая копия. ДК, первая копия. Короче, вы поняли, да? Но я на последней копии. Фибрилляция, Хазарак. Запускайте. Цирк приехал. Отведи дальше, Йорлан, чтобы мне это место не танчить. Спасибо. Спасибо. Без вас я бы долго не продержался. Здесь произошли страшные события. Присоединитесь к Савиане, подходит. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале
Я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Все, запускай. Ваши муки станут платой за это вторжение. Пошли к генералу. Запускай. Союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел! На ту сторону, значит, так, кто там? Вивас, короче, потанчи свет, хизи тьму, Виталикун в ДД там или кто у тебя? Первая, вторая пати выйдут в свет, третья, четвертая пати останутся во тьме, по хилам. Так, Хазрак или фибрилляция, кто-то из вас, ну давай Хазрак в ДД. Фибрилляция с Роджером тьму. И Хазарак. Останешься во тьме дамажить. Джозефина.
тоже во тьме домаш. Первая, вторая в свет выйдут, третья, четвертая останутся во тьме. И Хазарак, и Жозефина тоже во тьме. По диспелу. Я по диспелю свет. Если я забуду, то кричите в РК, вой диспель, сука. Во тьме по диспелят хилы. Пит. Чек на пол. Ставлю лут. Кто умирает, получает минус 100 к роллу. Если кто-то помог, кто-то умрет. Так, лок. Все готовы, зашли за линию. Танк начинает. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Задание. Входите, если посмеете. Вот тут вот стоит и вас, чтобы этот гусь на порталы смотрел. Диспельте. Диспельте во тьме, алло, блять. Не забывает. Какие тут напарники? 5.7 пвп, блин, 2-2. Ну какое пвп? Это сервер вообще не пвп. Что это говорит? Не знаю, что. Свету рот. Вчера кто-то из кнутов говорил, что в 4.7 прото танка можно затанчить шаркарей, ну, ладином. Беги, малышка, беги! Правда это? Да. Кто у нас в форте танчил, да? Шмотят для духа. Неоспоримо. Свет притормозите, 40 лет. Мак Орегано, ага. Сам заспевает, да сам. Насладите
Насытитесь сполна ее вкусом, ибо когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. Рулим наручи. Тапки. На ИП заходит кто-то? Да. Все, я уже спать хочу. Ты че, время 8:09? Накидывать там или кто-то заходит еще? Я захожу, вот. Грузится.